Всем здравствуйте! Невестка композитора Виктора Дробыша, певица Александра Гуркова, знакомая многим слушателям по псевдониму Саша Холидей, поделилась с подписчиками о трагическом событии, которое произошло в их семье. Как оказалось, ее маленькая дочка по имени Шанти в течение нескольких дней находилась в реанимационном отделении одной из клиник Москвы. По словам Александры, причиной экстренной госпитализации ее годовалой наследницы стала серьезная травма головы. Сейчас с дочерью Александры все в порядке. Однако она признается, что до сих пор не может прийти в себя от стресса. «Эта бандитка сломала себе голову в прямом смысле этого слова, и я погрузилась в трехдневный от реанимации, наркозов, страшных прогнозов и жуткого стресса», — поделилась она. Гуркова призналась, что в течение нескольких дней она была вынуждена жить в неведении, ведь медики пугали ее страшными диагнозами и последствиями. Также она заявила, что ее муж Валерий, узнав тревожную новость, преодолел за рулем более 1000 километров, чтобы в сложный момент жизни находиться рядом с любимой дочерью. Напомним, что Валерий Дробыш решил пойти по стопам отца и стал композитором. Более того, у них есть большое количество совместных проектов. На Александре Гурковой Валерий женился в 2013 году. В браке они воспитывают 4 детей. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.